Здравствуйте, хочу вам показать, как легко открутить шкив на генераторе. Берете старый ремень или свой с машины генератора. Вот так вот делаете его, обворачиваете, цепляете за проушину. И все. Вот таким действием вы откручиваете. Шкив больше не проворачивается. И также можно его же затянуть. Ну, то есть закручиваем его в обратную сторону. Нет, вот так. Вот так. И также закручиваете его. То есть резина она зажимает, и все, он не прокрутится.